Сафронов Илья, директор департамента защиты инфраструктуры ВК. Мы реализовали кастомные средства защиты для продакшн-серверов и для средств виртуализации. И развиваем сообщество хакеров в России. Я ценю их приверженность делу. То, что им нравится то, чем они занимаются, они этим горят. И вот этот энтузиазм мне очень близок. Доклад у меня будет о том, как защищать админки и проверять не только пользователей, но и устройства, которые к ним подключаются. А глобально он будет про концепцию Zero Trust. Самый интересный доклад будут все. Надо послушать вступительное слово Антона Карпова. У него большой опыт в защите крупных IT-компаний. Конечно, нужно послушать меня, потому что я рассказываю про интересное. И такое в России мало кто делал. Если вообще кто-то делал. Игорь Игнатьев расскажет про обсек, и там тоже подходы на то, что он придумал сам и набрал команду большую, очень талантливую, и они сделали крутое решение. Про это тоже рекомендую послушать. Всех безопасников и не только приглашаю на ВК JT. Вы там узнаете то, что не узнаете нигде на свете.